Всем привет, это Star Conflict. И жесть! Командный бой с капитанами, и я капитан! Это притом я купил кораблик, только купил кораблик, это истребитель. Маленький кораблик, и блин, нафиг мне это все нужно. Ну ладно, попробуем. В принципе, я могу и исчезнуть, я могу и пропасть из вида. Ну блин, перехватывайте вот этого придурка-то. Ой, мамочка. Просто будем убегать, значит? Ой, мамочка, мамочка, мамочка. Просто будем прятаться тогда. Потому что другого способа я не вижу. Их, смотрите, меня никто не прикрывает, блин. Блин, да что ж такое-то? Да что ж такое-то? Еще меня сбили все модули, блядь. Вот зараза, и никто не прикрывает. Смотрите, меня никто не хочет прикрыть, вообще никто. Просто вот. Один чувак меня гоняет. Отлично. Ай-яй-яй, поломали, поломали, поломали систему. Уходим, 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 уходим. А как он меня видит, зараза? Да вы убейте заразу-то эдакую. Уай! Есть! Мамочка! Помогите! Спасите! Спасите, помогите! Офигеть! Ну вот это, конечно, кораблик. Я решил разнообразить себе бой, то есть я купил себе командный штурмовик, и, блин, что-то он меня так расстраивать начал. Я решил себе купить что-нибудь такое резкое, дерзкое, я бы даже сказал. И вот, собственно говоря, вот этот кораблик и есть. Да ладно ты, чё ты... Есть, я даже убил одного, отлично, мне понравилось. Прикольно получилось, очень прикольно. Посмотрим, что мне дадут, скорее всего, ничего хорошего, потому что кораблик 4-го, по-моему, ранга, он маленький совершенно. Вот только-только я его буквально купил, и забавно получилось. Ладно, еще один бой можно, наверное, заснять. Ух ты! Это следующий бой, захват маяков. И здесь, наверное, мой корабль как раз порешает, потому что у меня есть гиперускорение, вот это как раз-таки, как оно там, микроварп-двигатель. То есть я ускоряюсь в одну точку, главное, чтобы не врезаться по дороге в что-нибудь, потому что я могу разбиться. Попробуем поэкспериментировать, потому что я первый раз вообще играю такими кораблями, и здесь, на таких картах, я заметил, что они решали, и... Все, стоп, 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 стоп. Вот-вот-вот, видите, то есть я очень быстро примчался к точке и, собственно говоря, видите, о, маячок, сразу получил. Надо уйти сразу, свалить. Вау, дерзкий кораблик, очень дерзкий кораблик, честно, вот сразу скажу. Прям вообще. Есть. А, отлично. Перезахватываем кораблик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Варп-двигатель врубаем. Чух, ушел. То есть просто я просто ушел с этой точки вообще как бы, ну, в другую совершенно. И куда показывает сейчас? Вон туда. Мх, вот сейчас бы варп-двигатель. Ну ладно, ничего. Быстрей, 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 быстрей. Уай, обстрел тут какой.
Отлично, второй маячок, третий маяк, отлично, отлично. Просто хорошо, мне нравится, как дерзость этого корабля просто нравится. Он такой прям, не то, поэтому, блин, я их не могу убить, они же шустрые, как черт его знает чё. Поможем, поможем, поможем. Пушечка, конечно, у него слабоватенькая, но все-таки. Так, поможем, давайте в центре, потому что я смотрю, они даже не хотят лететь на этот маяк. Можно сразу перелететь на следующий маяк и там уже подраться. Давай, получай, получай. А как это он ушел-то? Я его, главное, вижу. А он ушел из... Как так-то? Вот же он. Странно, как это он пропал с моих радаров. Блин, мне нравится кораблик. Такой он, знаете ли... Есть, попал. Ой-ой-ой, сейчас он включит... Этот, как его? Да, вот отключение двигателей всех, то есть... Где он? Где он? В следующий маяк-то, господи. Стоп, 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 стоп. Так, а где маяк-то? Я потерял маяк, честно. Ой, меня догнала ракета, нифига себе. О, меня еще и обстреливает. Уходим в инвиз. А, мы захватили точку, просто отлично, все отлично. Надо свалить отсюда. Да, блин. На меня прям реально охоту устроили. Фу, я выжил. Отлично, ни разу не умер. Это круто. Это круто, мне очень понравился кораблик. Прям таки, знаете ли, очень симпатично это все. Давайте еще один бой. Да, эх, о, классно, могу купить, убрать на склад. Давайте я покупаю все эти модули. Ну, думаю, наверное, конечно, они бессмысленно их покупать, потому что смысл от них... Ну, немножечко денег, не очень много, потому что... И сам корабль, собственно говоря, всего лишь у нас... О, можно прокачать, отлично! Он у нас, получается, из какого позиции-то он у нас... Вот, значит, он 4-го ранга, понимаете, всего лишь, он совсем манюська. То есть я вот решил так вот. И купил я еще себе вот такой вот корабль... Вот, Прометеус. Ну, честно, как-то диффузационный этот щит, он как-то, ну, блин, как-то странно, в общем, он работает. Я думаю, что еще, наверное, я куплю, вот, пойду по третьей полоске. Давайте еще одно задание попытаемся выполнить. Все-таки, почему бы нет, как говорится, скоро вернусь. Ну что ж, третий бой на сегодня. И это здесь, наверное, будет посложнее, потому что это командный бой на уничтожение кораблей противников. То есть есть определенное количество кораблей, и нужно их уничтожать. Но будем так, знаете, слово подъебывать, конечно, оно слишком грубоватое, но в принципе именно этим и будем заниматься, потому что я буду так пиу-пиу-пиу и смотаюсь. Пиу-пиу-пиу и смотаюсь. Вот так вот, наверное, буду, потому что по-другому я не вижу... Ну, никакого смысла. Конечно, здесь я заметил, что очень решают дальний бой. Так, посмотрим. Вон уже летит, вот уже летит. Главное их... Есть! Есть! Урон нанесли, это самое главное. Исчезнем. Хе-хе. Да ладно. Отлично, мне нравится, конечно. Я вот недавно буквально на командном этом играл своем. И он прям здесь, знаете... Он тяжеловато здесь был. Вот меня эти кораблики маленькие, такие убийцы, они просто меня надо мной издевались. Вокруг меня летали в упор просто и расстреливали, грубо говоря.
А этот прям таки, ой-ой-ой, сейчас взорвется, отключится сейчас вся система, блин. Воу-воу-воу-воу. Да, вот я же сказал, смотрите. Все-все, быстренько отошел. Так, ну-ка давайте ближайшего. Вот ему бы, этому кораблику, поворотность бы побольше. Он вот у меня тупит и прям врезается, я больше ломаюсь. Это что это такое сейчас было? Просто вот в попу, можно сказать, пиу-пиу-пиу расстрелял. Забавно, мне, честно, мне еще раз, я вот тысячу раз уже сказал, но я еще раз повторюсь. Мне нравится кораблик, симпатичный, быстрый, резкий и самое главное, такой он, дерзкий, вот этот интересный момент, конечно. Кто-то здесь, я помню, кто-то здесь был. Только что ищет. Вот он. Только где он? Что-то не пойму. Где, где, где? Вот же. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я чуть не разбился сейчас только что. Уйдем, 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 уйдем. Оп. Смотрите, за мной сколько народ-то гонялось прям. Вот. Да ладно, чё ты спрятался, смотрите. Ой, мамочка. Ой, мамочка, я тут, по-моему, вообще у врагов нахожусь. Блин, все, валим отсюда. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отлично. Мне нравится. Я, по-моему, вообще к врагам залетел. Надо к нашим отойти, потому что что-то какое-то... Мне бы, честно, мне бы какую-нибудь хилку, но, по-моему, на этих уровнях нету ни одного медика. То есть придется как-то самому восстанавливать щит, потому что в данный момент я прям... жестоко просел по корпусу, по крайней мере. Так, мы выигрываем, но ну, с таким небольшим отрывом, что это можно назвать... с трудом можно назвать выигрыш. Так, меня вот запустили ракету. Потерпим где-нибудь здесь. Вот, вот этого бы надо убить. Вот этого надо убить. Смотрите, исчез, а. Вот этого можно убить. У меня недальнобойная пушечка. Так что, ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош. Да ладно, ладно, чё ты уходишь-то от меня? Зачем? Вот еще один. Давайте его тоже. Как младенцев, блин! Ой-о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 й
Ушел. Есть, ушел. Офигеть! Кое-как ушел, реально, кое-как ушел. Ладно, надо... Смотрите, у меня корпус вообще разбитый. Осталось там 478 корпуса, и починить нечем. Это самое обидное, на самом деле, что починить нечем. Ну ладно, посмотрим, может быть. Не хотелось бы умирать, хотелось бы выжить полностью, но, похоже, не получится, придется умереть. Спрячемся где-нибудь здесь. Пока что, за нашими. Может быть, кто-нибудь какую-нибудь ауру может включить, нет? Никто не хочет меня полечить, а? Ребятки, блин, зараза. Ни у кого ничего нету, никаких модулей регенерирующих нету, и это печально немножечко. Так, ладненько. Блин, я даже, я боюсь прям. Если я к ним в тыл зайду, это, конечно, смерть моя будет сразу, моментально. Блин, я только что... Да вы чё? Блин, а куда он делся-то, зараза?
Есть. Где он? Ну вот же у меня только что навелось на кого-то, блин. Там тоже наши ребятки дерзкие. Чё творят, а? Чё? Куда они исчезают все? Вот он, вот он. Давайте его за ним поохотимся. Ух, их двое. Не-не-не-не. Спасибо, спасибо, но я не хочу к вам. Их там целых два. Что-то они совсем оборзели. Вот-вот-вот-вот, давайте этого поймаем. Он наш, должен быть нашим. Вкусняшка, куда ты? Вкусняшка, я хочу тебя. Ой, привет. Чувствуете, я просто его... Понятно, меня убили, это понятно. Тут жизни у меня мало было изначально. Но, представляете, вот я сейчас расстрелял просто без потерь, можно сказать, в упор одного из врагов. Но у меня даже пушка не зеленого цвета, то есть она у меня не прокачанная. Она просто вот как... Вообще сейчас корабль вот как вот с конвейера сошел, грубо говоря. Вот так вот он и получился. Он только третий, ну, левел синергии или как он там... То есть именно сам... Корабль получил третий уровень, и все. Так, это за стенкой, я не вижу, что там происходит. Да блин, куда ж ты, а? Да что ж ты какой? Ну вот этого тогда грохнем, вот этого тогда грохнем. Эх, не добил! Отлично, мне очень нравится кораблик, прям вообще дерзость, дерзость воплоти просто, вот, грубо говоря... Прорываешься к врагу в упор, и все, его со спины расстреливаешь. Ну, отлично, у меня новые комплекты. Зелененькие хотя бы, это уже приятно. Можно просто сразу будет ставить зеленые комплекты на корабли. Классно получилось, очень классно получилось. Я на третьем месте, ну, довольно-таки неплохо. Я вот вижу, что здесь вот купленный корабль за реальные деньги. И вот этот, по-моему, тоже купленный корабль. Тут удача выжить на корабле, имеющем не более 15% прочности в течение 60 секунд. Да, это и даже больше, 2 минуты я выживал. Отлично, неплохо получилось. А это у нас что? Спасти от гибели союзника, который остался менее 15%. Отлично, здесь у нас что? Активирует не видим, когда осталось менее 15% прочности и выжить в течение 10 секунд. Прикольно, прикольно. Очень мне понравился кораблик. Я им буду играть в дальнейшем. Так что ставьте лайки, комментируйте. Играть я буду потихонечку, но развиваться все равно буду. С вами был Нильфгорн. Всем всего хорошего. Пока.